Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и не знаю как вы, а я вчера смотрел трансляции, собрал 32 контейнера на тех аккаунтах, которые могу светить у себя на канале, ну и уже успел пооткрывать контейнеры на тех аккаунтах, которые я не свечу. И у меня сформировалось определенное мнение. Что касается призов, все круто, все классно, все окей, хорошие машины, но вот части сертификатов всего лишь по 10 штук, и для того, чтобы собрать любую машину, необходимо 100. Короче говоря, вероятность того, что вы что-то соберете, не такая уж и большая, вероятность, наверное, больше, что вам что-то выпадет из премиумных машин в готовом виде. Но и что касается качества данных контейнеров, то справедливости ради, а вы все-таки на канале честного мнения по поводу всего, что происходит в игре, хотелось бы отметить, что гораздо веселее были те контейнеры, из которых можно было собрать конкретные 3 машины частями сертификатов, которые выпадали. И тогда большое количество игроков собрало эти, ну не то чтобы все 3 машины, собрали по одной из машин. И это действительно было классно, действительно было интересно, и был какой-то более высокий азарт. Здесь же вероятности выпадения крайне маленькие. Ну и соответственно, друзья мои, вероятности того, что вы соберете себе машину, тоже крайне сильно малы. Короче говоря, мнение в отношении негатива по контейнерам я высказал. А вот что касается позитива, ребят, по контейнерам, так позитив по контейнерам заключается в том, что мне вот сейчас даже вообще часть сертификата не выпала. Позитив заключается в том, что это возможность пооткрывать контейнеры для таких нищебродных, допустим, как я, которые не могут себе финансово позволить покупать контейнеры, но очень хочется нервы себе пощекотать. Я сейчас открыл уже, кстати, ребят, несколько контов, и обратите внимание, если не ошибаюсь, то с 4 контейнеров мне не выпала ни одна часть сертификатов. То есть вероятность того, что я достану части сертификатов и из них соберу себе танк, ну просто такие лежат на уровне плинтуса. Открыл все контейнеры на одном из аккаунтов, да, получил там 2 камуфляжа и какой-то серый, но по большому счету, кроме дней прем-аккаунта еще дополнительных, ничего интересного на данном аккаунте мне не выпало. Ну что, перепрыгиваем на следующий, ну и там начинаем забирать халяву. Итак, вот мы на 2 аккаунте, пока будем открывать, хочу отметить следующее, что открывая аккаунт на других аккаунтах, точнее контейнеры, у меня там выпало пару раз части сертификатов, но опять-таки я для себя понимаю, что сколько бы трансляций я не успел посмотреть, даже если я все трансляции пересмотрю, мне все равно не хватит шансов и вероятностей для того, чтобы открыть себе машину. Ну вот, пожалуйста, 10 частей сертификата на Т-34-85 Руди. Ну, прикольно, классно, но пойди этого Руди собери вот с такими шансами выпадения. Если бы эти даже части сертификатов выпадали на каждый 2 контейнер, то все равно там с высокой долей вероятности, если где-то что-то ты не успел посмотреть, ты не соберешь себе его. Ну, то есть тебе Руди надо открыть 10 контейнеров, чтобы на него конкретно выпадали. Но это действительно шансы такие себе. С другой стороны, халява. Абсолютно ничего не делая, получаешь какую-никакую дополнительную плюшку. Пускай не машину, но определенного рода заработок все-таки получается. На этом аккаунте тоже у нас не получилось выбить премиумную машину, зато получили 5 дней премиум аккаунта, что в принципе неплохо в наше время, с учетом его стоимости. Ну что, перепрыгиваем дальше, посмотрим, что будет на 3 аккаунте. Итак, 3 аккаунт, и давайте будем смотреть, что выпадет здесь. Параллельно с тем, продолжаю рассказывать свое отношение и впечатление от данных контейнеров. У меня нет, ребят, вот такого чувства глубокого одушевления, когда я их открываю. У меня такое ощущение, что мне просто необходимо открыть какие-то коробочки, в которых забрать какую-то мелочевку. То есть азарта, адреналина и подобных вещей я абсолютно не ощущаю. Ну вот просто сижу, открываю абсолютно спокойно, никакого трепета. Безусловно, трепет гораздо сильнее, когда ты покупаешь данные контейнеры, и тогда твоя нервная система находится в определенного рода напряжении. Я же этого напряжения сейчас не ощущаю, и, возможно, это даже хорошо, потому что очень сильно расстраиваешься, когда тебе ничего не выпадает, особенно после того, как тебя только что всего трусило в ожидании того, что что-то сейчас халявное прилетит. На этом аккаунте тоже ничего толкового не выпадает. Перепрыгиваем на мою основу, смотрим, что будет там. И там у меня гораздо большее количество частей всего, но я не думаю, что мне это чем-то поможет. Ну что ж, друзья, вот и основной аккаунт. Сейчас будем открывать здесь. И что хотел сказать от себя. Несмотря на то, что из этих контейнеров особо ничего не падает, я все равно буду продолжать смотреть трансляции. Чего и вам желаю, потому что то, что на них происходит, действительно красивое побоище, в которых есть что для себя подчеркнуть, в которых есть определенного рода
ну не знаю, изюминка класса игры. И то, как вчера, допустим, та же самая Аква играла, и как Апа забрала свою последнюю победу, это действительно шикарное зрелище, которое стоит увидеть своими глазами. Да, безусловно, у ребят есть дополнительный позитивный момент, они могут общаться все вместе, одновременно, играя, ну и, соответственно, могут полностью скоординировать свои действия. Но, ребят, красиво, действительно очень красиво играют парни, и это стоит видеть. Поэтому я лично планирую сегодня еще посмотреть трансляции, еще собрать дополнительно себе контейнеров, ну и мы их обязательно с вами откроем. На данном аккаунте мне выпало, если я не ошибаюсь, два раза по 10 частей сертификатов. Машина не выпала, жаль, конечно. У меня теперь огромное количество частей сертификатов на разные танки, но при этом всем я пока не собрал ни одного. Ну, разве что я собрал себе игла из этих частей сертификата и в свое время собрал себе Чифтейна МК5-1, ну и еще осталось. Ну а так, в целом, не могу сказать, что я как-то прям сильно приближаюсь для того, чтобы кого-то забрать, разве что мангала, причем мангала я забирал уже огромное количество раз. Компенсация по голде там не сильно хорошая, но радовался тому, что он в принципе появился, а точнее вернулся назад на свое законное место. Ну что ж, друзья, абсолютно честное открытие, абсолютно честное мнение. Если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, давайте будем дружить. И, кстати, в ближайшее время появится на канале видео с обзором на СТРВК, машину победителей. Почему именно так, обсудим на самом обзоре. Ну что ж, друзья, до встречи, всех благ, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!